Здравствуйте, друзья! Сегодня Лазарева суббота, и я нахожусь в Ларнаке, около храма, который построен над местом упокоения Лазаря четырехдневного. Лазарь, друг Иисуса Христа, который жил в Вифании, где скончался, где был похоронен, и где, согласно Евангелию от Иоанна, Иисусом Христом, после четырехдневного лежания в склепе, он был вновь оживлен. Лазарь был воскрешен. Это здание построено, вернее, реконструировано примерно в 13-14 веках крестоносцами, которые прибыли на Кипр со Святой Земли, когда их арабские племена, арабское войско оттуда изгнало. Основное здание построено в конце 9 века. Но когда пришли крестоносцы, то они некоторые моменты своей архитектуры сюда добавили. Наиболее интересным здесь является колокольня. Внутри храма, куда мы сейчас зайдем, находится гробница, саркофаг Лазаря. Но сейчас этот саркофаг, естественно, уже пустой, но в храме есть мощи, в храме есть иконы. Сейчас все увидим. Сегодня, в этот праздничный день, в день Лазаревой субботы, проследуем вовнутрь. И вот мы вошли через главный вход. Впереди мы видим икону с Лазарем четырехдневным. Далее серебряный ларец с мощами святого Лазаря. Внимательно посмотрим. Ларец достаточно большой и красивый. А теперь войдем в нижнюю базилику. Войдем туда, где было найдено захоронение, где был найден саркофаг святого Лазаря. На табличке, которая повествует, что мы входим в гробницу святого Лазаря, табличка написана на 5 языках. И войдя сейчас в это достаточно низкое помещение, мы медленно подходим к мраморному саркофагу. Он здесь не один, их несколько. Но нас, конечно, интересует саркофаг, на котором написано, что здесь, в этом саркофаге, похоронен епископ Лазарь. Вот этот саркофаг. Ну, естественно, что он сейчас пуст, как я говорил. Однако, это есть очень важное место моления всех людей, которые бывают в этом святом месте для любого христианина. Вернувшись чуть-чуть назад, мы видим парадную икону, где Христос сказал: «Лазарь, иди вон». Снова вернувшись в храм, впереди нас деревянный алтарь. Ему всего, так скажем, около 400 лет, да и сам храм все-таки более 1000 лет существует. Ну, просмотрев это все, возвращаемся назад, и с высоты я прощаюсь с вами, поздравляю с праздником Лазаревой субботы.